Всем привет! Сегодня сделаю новый обзор. Автомобиль уже помыт. Вот. Находится в Виннице, растаможен. Renault Scenic, 2017 год. Коробка автомат, либо робот. EDC немецкий. Пробег автомобиля 138 тысяч. Автомобиль в идеальном состоянии. Нету сколов, царапин. В оригинальном окрасе. На 20-х дисках. Очень мягко едет автомобиль, комфортно по любой дороге. Вот такой вот автомобиль. Цена автомобиля 15 700, 1.5 дизель, 110 лошадиных сил, 81 киловатт. Очень комфортно едет. По комплектации передние и задние парктроники, навигация, двузонный климат-контроль, датчик полос, удержание, датчик дистанции. Вот такой вот красавец, сертифицирован, очень чистый по салону. Такое чувство, что автомобиль только с салона. Двойной багажник, можно, нету никаких потертостей. Все. Очень редко попадается автомобили в таком состоянии, чтобы нету ни потертостей по пластику. Открывается лючок автоматически на 20-х колесах. Показывал комфортный по кузову. Сиденья отодвигаются. Комплектация Zen. Можете почитать. Сзади есть зарядка под телефон. USB выходы. Вот такой вот очень яркий, классный автомобиль. Полно всяких, удобно для детей. Под телефон, под планшет. Ставят сюда планшеты, смотрят. Сиденье, задний ряд стоит выше переднего. Никого не укачивает в автомобиле. Вот по порогам. Не знаю, как можно было так ездить, что автомобиль в таком состоянии. Кожаные подлокотники. Есть также шторка. Комфортно. Электроручник. Складываются сиденья, лючки. Одной рукой некомфортно. Складывается сиденье, не могу одной рукой показать. Вот круиз-контроль, ограничитель скорости. Большой такой с подсветкой лючок. Это ездит вперед-назад для комфорта. Можно ложить все что угодно. Электробардачок. Вот. ВИН-код автомобиля. Саукционный лист. 138 477 было. Очень удобно. Нету никаких потертостей по пластикам. Что руль. Полностью здесь спрятано. Датчик камера. Датчик света, дождя. Остановлюсь на ВИН-коде. Передние Мишелин. Какого года не вижу. 21 года. На такой бесключевой доступ. Ключевой доступ на ручке. Регулировка руля по высоте. Сиденье. Все чисто, аккуратно. Кнопка старт-стоп. Тормозные диски еще походят.
К9К. Показывал, как автомобиль приехал с дороги. Заливная горловина. Чистый 2017 год. Очень много разных помощников, ассистентов водителя. Зеркала складываются. Очень яркий, комфортный автомобиль для езды. Чуть газу, автоматически снимается. Плавно переключаются передачи. Автомобиль высокий, комфортный. Внизу под видео будет ссылка на Viber, где будут фотографии, где можно более детально изучить автомобиль. Номер телефона. Пишите, звоните. Всем удачных покупок. Вот так вот смотрится автомобиль. И до новых встреч в Виннице.